есімім Төлеуш Ғалымжан Сатуалдығы. Мен тәуелсіздіктің құрдасымын. Ең алғаш мектеп табалдығын 1998 жылы аттап, 2009 жылы Қаратөбе мектеп гимназиясында үздік аттестатпен бітіріп шықтым. 2009-2013 жылдар аралығында Астана қаласында орналасқан Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетін бакалавр бойынша химия мамандығын бітірдім. 2014-2015 жылдар аралығы Англия елінің Манчестер қаласында магистратураны химия мамандығы бойынша бітіріп келдім. Қазіргі таңда Ақтөбе қаласында орналасқан Назарбаев зияткерлік мектебінде химия пәні бойынша мұғалім болып қызмет етудемін. Негізгі мақсатым осы білім арқылы өскелең ұрпақты жарқын болашаққа жетелеу. Мен Төлеген Мәлік, қазіргі таңда Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші B сыныбының оқушысымын. Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы менің ең басты жетістігім ол 2016 жылы Назарбаев зияткерлік мектебінің іріктеу конкурсына үлкен грантының иегері атану. Содан бері міне осы мектепте 4 жыл оқып келемін. Осы жылдарда мен мектептен спорттармен айналысып түрлі облыстық, республикалық сайыстарға қатысып өзімнің математика пәні бойынша білімімді шыңдадым. Мұғалімім Мейрамбек Әміржанұлымен бірге математика олимпиадаларына қатысып, түрлі сол секілді дүниежүзілік, республикалық және тағы да басқа олимпиадаларға қатысып жүлделі орын алдым. Сол олимпиадалардың бірін атап кететін болсам, Астана қаласында өткен Шарегин атындағы ауызша геометрия олимпиадасында 3-ші орынға ие болдым. Бұл көп жетістіктерім тек бірі ғана, одан да басқа жетістіктерім көп. Мысалға 2018 жылы Center for Talent Yaz программасы бағдарламасы бойынша мен Америка құрама штаттарынан криптология саласы бойынша білім алып келген болатын. Сол курстан алған білімімді өзінің мамандығыма және өзінің өмір жолында қолданыс табамын деген үміттемін. Являясь учителем Назарбаев интеллектуальной школы города Актюбе, вот уже 7-й год, я, оглядываясь назад, вспоминая первые годы независимости с 90-х годов, я понимаю, какие изменения претерпела система образования в нашей республике. В преддверии этого знаменательного дня можно сказать о том, что в сети наших школ, дети получают прекрасное образование. Одаренные дети – это золотой фонд нашей страны. И мы, учителя, должны сделать все посильное, зависящее от нас, чтобы они получили путевку в будущее. Они могут здесь не только развивать свои знания, навыки, они могут и совершенствоваться. Вместе с ними совершенствуемся и мы, учителя, в первую очередь. О себе я могу сказать, что именно в стенах этой школы я получила хороший опыт, педагогический опыт своей работы в трехязычном формате. Я именно здесь опубликовала свои методические сборники и пособия. Участие в вебинарах, тренингах или же конференциях, причем в которых участвовали вместе с нами и учителя других общеобразовательных школ, это тоже дало большой неоценимый вклад в развитии и совершенствовании меня как педагога. Ну и последнее, наверное, одно из последних событий, значительных в моей жизни, это участие и победа на республиканском конкурсе «Лучшая авторская программа». Элективный курс, разработанный мной, «Архивная история края», нашла применение и в стенах моей школы. Сейчас ребята занимаются, изучают свой родной край, историю Актюбе, историю улиц и в обязательном порядке они делятся тем, что они получили, своими одноклассниками вместе со всей своей школой. Дорогие ученики и уважаемые учителя, я поздравляю всех нас с этим замечательным праздником. Желаю всего доброго и желаю достижения всех высот, которые только возможны в этом мире. Всего доброго. Біз Қазақстанда тәуелсіздік алғаннан кейін жақсы өмір сүре бастадық. Біз бақытты адамдармыз, себебі біздің келешегіміз осы, біздің балдарымыз, біздің келін балдарымыз. Үйленіп үй болғаннан кейін біздің немере шөберелі болдық. Біздер
тұрмысымыз жақсы. Я біздер кемпіріміз екеуміз пенсиядамыз. Я 1993 жылы пенсияға шықтық. Содан бері міне пенсиядамыз. Я біз бақытты семьямыз. Я келін балдарымыздың қолында жақсы өмір сүріп жатырмыз. Я менің балдарым әуелгі бірінші кластан бастап жақсы немерелерім жақсы оқыды. Үлкенінім ұлым Ерлан түрк лицейін бітіріп, содан кейін Назарбаев атындағы университетті бітірді. Одан кейін бакалавр ма? Магистратураның екінші курсында оқып жатыр. Одан кейінгі немерем Дилназ Назарбаев мектебін бітіріп, биыл Назарбаев университетінің екінші курсында оқиды. Үшінші немерем Гүлназ. Құтта қандай күнінен біздің тәрбиемізде болды. Мектепте жақсы оқыды. Өсенге дейін біздерді қатты сыйлайды. Ата әжеді. Қазір Назарбаев мектебінің 11-ші класында оқиды. В преддверии праздника Дня независимости хотелось бы поздравить всех казахстанцев с наступающим праздником, пожелать всем здоровья, счастья, процветания нашему Казахстану. Но про себя могу сказать, я Сарина Лизат, мама троих прекрасных детей. По профессии я сама бухгалтер, у меня 25 лет стажа. Основную часть своей работы я занимала должность главного бухгалтера. Это в Актюбе на таких крупных объектах, как завод «Экатон», «Газпром Геофизика». Сейчас работаю в нефтяной компании. Дети, конечно, у меня очень одаренные. Они все пошли в папу, потому что папа у нас математик. В свое время он закончил физико-математическую школу, республиканскую физико-математическую школу имени Жаутикова в Алматы. И получается у детей, у наших детей склонность к точным наукам. Им очень хорошо дается физика, математика, также языки. Они говорят, лучше я решу 100 задачек, чем напишу одно сочинение. Я горжусь своими детьми. Старший сын у меня закончил казахско-турецкий лицей. Две дочери Дильнас и Гульнас. Дильнас закончила Назарбаевскую школу города Актюбе. Сейчас учится в Назарбаев университете на втором курсе. Хочу сказать, что благодаря полученным знаниям в Назарбаевской школе, она получила, поступила сразу в Назарбаев университет на дайрект. Это получается без фаундейшна сразу как бы на второй курс. Благодаря знаниям, полученным в школе, всем навыкам, которые она получила, вот достигла таких целей. Младшая дочь Гульназ, она сейчас учится в 11 классе Назарбаев интеллектуальной школы города Актюбе. Она тоже выбрала своими профильными предметами физику и химию. Это точные науки, также углубленные знания математики. Со своей будущей профессией она еще не определилась, но думаю, что скоро она определится. Ну и думаю, что это будет как какая-то такая техническая специальность, которая связана с физикой или химией. Что хотелось бы сказать. Конечно, дети, каждый ребенок по-своему талантлив, одарен. Если он попадает еще в хорошую среду, в которой он может развивать свои навыки и способности, этот ребенок может достигнуть очень больших высот в любой сфере нашей республики. Самое главное, чтобы ребенку эти знания и направления давали учителя, мы, родители, чтобы школа, семья – это было как единое сообщество, в котором наши дети растут, получают образование и, получается, ну, достигают каких-то высот, и благодаря которым они в будущем смогут работать на благо нашего Казахстана. Мы живем в хорошей стране, в которой есть очень большой потенциал.
И наша молодежь, наши дети – это, я думаю, будущее нашего Казахстана, которые поднимут нашу республику еще на более высокий уровень, на международной арене. И, в общем, могут улучшить жизнь всех наших казахстанцев, наших земляков. Хотелось бы поблагодарить всех преподавателей, всех кураторов, руководство школы Назарбаев интеллектуальной школы за то, что они дали возможность нашим детям обучаться в этой школе, развиваться, направляют их, поправляют, если что-то не так. И думаю, вместе с учителями и с родителями мы поможем нашим детям стать достойными гражданами нашей республики Казахстан. Всех с праздником! Меня зовут Дильназ, я являюсь выпускницей 2019 года Назарбаев интеллектуальной школы города Актобе. Также я студент Назарбаев университета второго курса и учусь на факультете компьютер сайенс. До этого времени в школе у меня было очень много возможностей для развития, и я их, можно сказать, использовала с умом. И во время обучения в школе я участвовала в разных проектных работах. Также у меня была одна интересная проектная работа, которой я, можно сказать, горжусь. Эта проектная работа помогает людям с ограниченными возможностями, то есть, если сказать точнее, людям, глухим людям. Оно помогает в жизни и избегать очень опасных ситуаций в жизни, например, как сирены или же, можно сказать, машин на дорогах или же собак, чтобы они могли услышать через это приложение специальное и знать об этих опасностях и быть на чеку. Также в этом году летом я проходила стажировку в локальной компании при Назарбаев университете Kazakh Aerospace. Я проходила стажировку по направлению веб-девелопмент и создавала разные сайты на платформах. И также по истечению срока стажировки меня пригласили на работу в эту компанию. И сейчас я учусь и работаю в одно и то же время. То есть это очень даже возможно. В будущем я бы хотела получить знания не только в Казахстане, но и в зарубежных странах и применить эти знания в Казахстане для развития IT в сфере и помогать молодежи развиваться и делать разные интересные вещи, которые бы помогали нам и нашей стране развиваться. Я ученица 11 D-класса Назарбаев интеллектуальной школы города Актобе. Одним из моих главных достижений на сегодняшний момент является то, что я в 7 классе выиграла республиканский грант Уркен, который дает мне возможность обучаться в Назарбаев интеллектуальной школе города Актобе. Также могу похвастаться тем, что я являюсь пока что одним из единственных учеников в 11 классе, который сдал IELTS на 7,5. В 10 классе я попытала свою удачу и поучаствовала в международной программе FLEX, которая дает возможность год обучаться и жить в Америке. Но в связи с нынешней ситуацией, к сожалению, я не смогла поехать в Америку. Но я не унываю, и сейчас, на данный момент, одним из моих главных целей является поступление в Назарбаев университет, либо в зарубежные университеты. Я могу сказать, что Назарбаев университет в городе Нур-Султан на данный момент является одним из лидирующих вузов в Казахстане. Я считаю, что самое главное – это поставить цель и упорно трудиться, чтобы достичь этой цели. Я горжусь тем, что я родилась в такой развивающейся стране, как Казахстан, и считаю, что моя школа, мои родители и учителя дали мне большие возможности, и самое главное – это с умом использовать эти возможности достижения своих целей.
Поэтому я хочу поблагодарить сообщество школы, учителей и родителей за знания и возможность обучаться в такой школе. Верю, что я стану достойным гражданином Казахстана и внесу свой вклад в развитие нашей республики. Поздравляю с Днем независимости всех казахстанцев!